Так, сейчас посмотрим, что у нас. Оп. И что? И ничего. Да, тишина. Тишина. Хорошо. В первую очередь проверяем халяву. Вдруг повезет. Смотрим предохранитель. Нет, халява у нас не прошла. Предохранитель целый. Так, вот крышечка оказалась декоративной. Никакого толку. Ну ладно. Тогда посмотрим, что нам позволит. Вот как бы ничего не позволило нам сюда залезть. Крышечка снялась. Тут у нас трансформаторный блок питания. Неожиданно. Обычно в таких вещах идет импульс. Ну, это несколько и облегчает, но, правда, возможно, и удорожает задачу. Теперь померяем, что куда приходит и что куда не приходит. Тут у нас спрятался, вот он, еще один малышок-предохранитель. Но и он оказался целый полностью. Получается, заработал от проверки. Значит, где-то был плохой контакт. Я подергал разъемы. И он заработал. Возможно, что вот эти два предохранителя. Возможно, вот эти разъемы. Ага, он меня так напугал. Пошел свет. В общем-то, я думаю, все сведется к поиску плохих контактов. Хотя иногда это тоже непросто. Подсветочку. Думаю, все понятно.